Мы с клиенткой долго выбирали, какой же палантин Бёрбери взять. И мы решили взять обычную классику, ни о чем не думая, ни о каком добавлении люрекса. Там розовые есть, бежевые оттенки. Мы решили взять стандарт, такой прям самый минимальный. Обратите внимание, что фабрика уже начала давным-давно делать новый логотип. Шарф выполнен из стопроцентного кашемира. Новые абсолютно этикетки, упаковки. В комплекте дается вот такая вот еще наклейка. Он очень мягкий, абсолютно не колется. Но вот, кстати, у Гуччи нет стопроцентного кашемира. Они в основном все свои палантины делают из стопроцентной шерсти. Но они также не колючие абсолютно.